7-й iPhone, и мы считаем, что это очень хороший телефон. Ой, да любой хлам с такой презентацией может выглядеть круто. Да, ты, например. Чего? Давай посмотрим. Друзья, я рад представить вам... Коля! По сравнению с прошлым годом, Коля стал на 30% тоньше, потому что съехал от мамы. В отсутствии отца Коля становится более производительным и превращается в Колю С. Или Коль! Коля реагирует на силу нажатия. Если сильно нажать на Колю, он может треснуть. Как вы видите, у Коли есть матовое покрытие. Все равно сложно отличить от шестерки. Если вы подумали, что все вранье и своей стране мы не даем ничего. Эй, друзья,
аккуратней будьте нас уважать, даже будьте. Столько много хакеров сегодня. Да причем они действуют настолько филигранно, нас настолько тонко. Сегодня на кону 30 тысяч. Мы пели песни, шутили шутки, танцевали. На что только не пойдут инженеры, чтобы получить ну, хоть какую-то субсидию. С вами была сборная Мия. И помните, юмор это дело техники.